Всем привет, дорогие друзья! С вами, как всегда, я, Russian Fit. И сегодня мы с вами продолжаем проходить Diablo 2 Resurrection. Так, что у нас по заданиям? Пройдите через подземный проход к темнолесью, найдите дерево и нифус и добудьте свиток. Ну ладно, я уже побегал, освободил инвентарь. Вот такая вот у меня сейчас палочка, посох новый, к залпу молний. Использую я сейчас залп молний в основном. И вот такая вот есть змеиный жезл разума. Энергии плюс 9 к мании, 50 урона по нежити. А тут у нас два свитка распознания. Ну и, в общем-то, все. Так. Вот такую вот книженцу я нашел. Ее надо прочитать. Заплесневелый фолиант. И тогда графиню, которая для сохранения молодости купалась в крови сотни девственниц, похоронили заживо. А от замка, где она творила свои злодеяния, вскоре остались одни руины. Лишь последняя башня одиноко высится над безлюдными пустошами и глубокими подземельями, как своеобразный памятник злу. Богатство графини передали в храмы, хотя кое-кто говорит, что отыскать удалось лишь часть ее сокровищ. Остальное все еще зарыто среди гниющих черепов, безмолвно повествующих о том, какими бесчеловечными могут быть люди. Вот такая вот штука. Поищите башню в черной топе, затем на лесе. Так, понятно. Тут у нас я сундучок пропустил. Он пустой. Так, и я нашел камни. Вот такие вот. Пока что не знаю, зачем они. Ритуальный камень, ритуальный камень, ритуальный камень. Но нам сюда не надо. Нам надо вот сюда вот идти, вот в эту вот часть. Кстати, тут какие-то вон святилища есть. Давайте к ним тоже подойдем. А, я уже использовал, да? Ну ладно. Теперь нам идти в подземный переход надо. Так, сундучок еще. Блин, да что ж такое? Сундуки-то пустые. Так, уровень подземного прохода. На первый уровень. Ну, пойдем. Лучница, давай, беги уже за мной. Давненько ей ничего не выпадало, кстати. Как всегда, хилка в начале. Скелеты. Нам сюда. Да, я сейчас мочу орды просто нежити. Именно. Опа-на. Что это за подгон такой? Именно молниями. Не знаю. Понравилось мне. Давай, подходи по одному. Стрелы, золото. Так, смотрим дальше. Кого-то там увидела. Орлиная сфера. Золото уже падает побольше. Это меня радует. Телекинез. Всякая фигня, которая нам не нужна. Где все? Темнолесье. Так, стоп, а нам куда надо? К темнолесью. Нам сюда, надо запомнить. Дали уровень. Свиток возвращения. Я их уже набрал очень много. Так. Силу вкачиваем. По поводу умений.
Огненный шар. 12-й. Восполняет ману. Вот мана нам нужна. Мана — это наше все. Здоровья нам не надо. Погнали дальше. Демоны, 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 где вы? Да блин, да убей ты уже. Большой топор. Так, вот это пока возьмем. Ману сразу же выпьем. Так, кто там? Ничего интересного. Так, защита 24. У нас 20. Давайте. Сопротивление молнии, прочность. Так. Максимальный прочь в защите с гнездами 2. У нас с гнездами, да. Большой топор я изучать не собираюсь, как бы он нам не особо-то нужен. Так, ну пока оставляем все это дело и пойдем вот сюда, да? Выходите. Какие-то вы дохленькие. Так, здесь мы проход нашли. Да кого ты там мочишь? Добил, молодец, пошли. Оставь их в покое. В подземельях все равно должны лежать какие-нибудь сундуки. Но опять же, рандомно, конечно же. А, это ты. Опа, вот он, синенький какой-то лучник. И что-то там встало. Ну ладно, я его убил хотя бы. Так, нам надо каменистое поле. Портал я, слава богу, открыл. И весь наш шмут остался там, да? И лучницы, кстати, нет. Ну сейчас там скелетов добьем, все заберем. Наша барахлишка. Он, кстати, на карте показывает, где я умер, да? Я раньше этого что-то не видел. У меня есть второй посох же. А, хренушки, валерушки, нет у меня ни черта. Все выпало. На, сдохните все. Да вы что, вы издеваетесь надо мной, что ли? Так, теперь все на месте. Да, кстати, кольцо к ловкости и плюс 2 к мане. Это к золоту также я оставил. Защита 3 у сапог. У нас тоже 3. К ловкости, но такое себе. Кожаные перчатки, ни черташеньки интересного. Куда делась наша лучница? Ну понятно, что бета, что еще все работает не до конца хорошо.
билеты. Газ, газ нам не нужен. Поврежденный охотничий лук. Да. Так, давайте тогда дойдем сейчас до того прохода. Тут мы все обсмотрели, обшмонали. Тут кто-то бегал, да? Нет, это птичка. Летучая. Мышка, точнее. И пойдем, наверное, переместимся к нам в лагерь, чтобы взять нашу лучницу плюс скинуть все оружие ненужное. Добрый день. Так, 600 200. А чем он лучше-то? Сопротивление молнии, защитник максимальный. Не, забирай. Забирай. Так, это сейчас мы уберем, свитков купим сразу же. А сколько он вмещает? 5 6. Пойдет. Кстати, надо тогда и вот этот купить. Зачем я таскаю с собой эту всю ненужную херню? Три штуки. 4. А, ну у нас много еще есть. Так, это мы заберем. Так вот переставим. Мне непонятен вопрос, где моя лучница. Вот так вот сейчас выглядит мой схрон. Очень много всего ненужного, по идее. Но я пытаюсь хоть как-то поддерживать здесь порядок. Так, раз, два, три, четыре. Всю десятку туда закинем. 4, 6, 5, 6, 7, 8. О, да вообще можно забыть, грубо говоря, про что-то другое, если есть такая вот штука у тебя. Так, 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 это нам ничего не надо. Маленечко приберемся и пойдемте дальше. Также надо выяснить, что по поводу... Добрый день. Воскресить наемник 360. Понятно. Сейчас, не вопрос. А, все, воскресили. Хорошо. Золото мы все отдаем сюда. Пойдем, мой хилый воин. Ну да, в принципе, все. Теперь нам сюда. В темнолесье мы еще не были. Тут где-то что-то должно быть по заданию, да? Ой-ой-ой, сколько вас здесь, ребятки? Yeah.
Золотишко. Добивай пока этих тварик мелких. Так, золото забираем. Ключ забираем. Слабое зелье малым возьмем. Надколотый топаз возьмем. И все, больше ни черта интересного нет. Так, стрелы не надо, не надо, ничего не надо такого. Пойдемте в дом зайдем. Вы чё, озверели что ли? Наголовник с челюстью. Так, зелье восстановления. Слабое, слабое, слабое. Вот это интересно. Наголовник с челюстью. Защита 10. У нас 9. Только для варваров. Ну да. 22. Давайте попробуем. Восполняет прочности. Плюс 5 к мане. Но он без дырок, да, этот с дырками. Ну да, маны побольше, хоть и этот с дырками, обойдемся без дырок. Стрелы, неинтересно. Вот золото всегда интересовало меня. А вот и дерево, кстати, на карте уже появилось. Вали всех. Чё ты сказал? Иди сюда. Ну, тут ни хренашеньки нет. Ману я просто беру и на всякий случай, если что, использую ее. Но это сопротивление огню. Тут кто-то с огнем будет, что ли? Или это просто так? Про запас. Так, телепорт. Очень важная штука, кстати, в Диабло именно телепорт. Сдохни ты. Сейчас обойдем все, посмотрим. Потом вернемся к нашему заданию, непосредственно к дереву. Копейщица, блин. Стрелы, болты. Ничего, что бы могло нас заинтересовать. Самоцвет. Вот это уже интереснее. Силище восстановления. Восстановимся. Тут еще дальше какой-то проходик. И все, да? Ну ладно. По периметру надо еще пройтись. Сопротивление огню. Зачем оно здесь? Так,
Вали гоблинов. Слабое зелье. Ключ. Тоже хорошо. Треснувшая забальзамированная голова. Золото собираем. Так, что там за голова? Наголовник с челюстью, но это понятно. Треснувшая забальзамированная голова для некромантов. Вот это что? Урону. Неплохо. Это здоровая, конечно, херня. Вот это выкини, нам не надо. Тоже нам не надо. Это выпьем. Так, ну вроде бы более-менее хоть какой-то порядок. И еще, если что, у нас влезет что-нибудь с собой. Так, пошли дальше. Большой топор. Мне интересно. Золотишко, вот это интересно. Давай, мочи их. Так, маны, здоровья не надо. Дальше нам пока что не надо. Давайте посмотрим, что здесь в центре. Убей его. Отлично, новое умение. Так, магия огня. 12-й. Ману пока что будем брать. Не знаю, надо мне маны. Где еще кто? Вылазите все. Че, я за вами бегать буду, что ли? Да вы издеваетесь. Золото бери. Так, а вот здесь что у нас? Так, характеристики, ловкость, энергия, живучесть. В ману все. Типа проход, но... Он в никуда ведет, да? Так, здесь мы были. Здесь мы были. Побежали к нашему дереву. Заодно, может, еще что-нибудь просмотрели, соберем. Так, а вот и дерево.
Это древнее дерево окружено магической аурой. Свиток забрали? Отнесите свиток Инифус Кари. Ну, это Кари нам опять, да, насколько я понимаю? Так, давайте здесь посмотрим, что у нас. Сверху здесь просто кусок стены не открыл. Может, тут что-нибудь интересное? Хренушки, ничего здесь интересного. Так, возвращение. Пойдемте. Сразу же, кстати, и поторгуем. Прекрасно. Я перевела руны на свитки. Теперь найди круг камней и дотронься до них в том порядке, какой я указала. У меня вопрос. А в каком порядке ты указала? На голову. На это. Только для варваров. Да нафиг. Так, это оставим. Урону. Так, вот так это выложим сейчас. Распознание свитки есть, все есть. Телекинез неинтересно. С двумя гнездами, конечно, интересно. За 3000, блин. Не знаю, есть ли в этом смысл. Так, это сюда. Камни у нас здесь. Мана. Мана. И такие штуки. Блин, я вообще не знаю, нужны ли они мне или нет. Медальон. Яд вот этот вот. В принципе, он нахрен не нужен. Так, маны еще давайте возьмем. Так, вот так. Все, поперли. Теперь нам к камням. Да, не туда я пошел. Камни же были там. То есть придется бежать бегом. Надо было просто переместиться в другое место и все. По-хорошему. Протупил. Бывает. Досадно. Да ладно. Так, погнали. Вот камни. Тристрам. Поехали. Тристрам не мог противостоять ярости Диабло. Найдите и спасите Декарда Кайна. А, вот как оно значит, да, дело? Ты слышишь, что?
Тут их сейчас будет, я чувствую, многовато. Уйди. Мана ей нужна, блин. Сапоги, исцеление маны, кольцо. Тут их еще до хренишки. Ох ты, тут элитные лучники. Да, веселье начинается. Валим. Принайся он. Я его запарюсь бить. Гризовый, блин. Ты что-то подкачался, походу, Гризовый. Давай, Гризовый, тебе пора. Ты, конечно, Гризвель тупой, медленный. Наголовник с челюстью. Это опять для этих, для варваров. Да. Амулет. Амулет — это всегда интересно. Максимальному урону. Это неинтересно. Сапоги 2 тоже неинтересно. Кольцо к ловкости. Тоже херня. Так, сапоги выкинуть. И тут где-то лучник, да, был? Вот он. Я не смогу нести больше. Я понимаю. Нам надо сваливать. Где? Минус. Я не смогу нести больше. Так, амулет. Мана. Шлем 12. Это 9. Вот это да. Бурдалачья завеса. Легкий шлем. 10 к ускоренному восстановлению от удара, к защите, плюс 2 к энергии, плюс 9 к сопротивлению огню, восполняет 1 единицу прочности. Но это явно лучше, чем наш. Да. Прям гадалки не ходи.
Так, поехали дальше. На помощь! Да сейчас, подожди. Не до тебя. Я перегружена. К рейтингу атаки, как здоровью. Ну, такое себе. Так, что у нас здесь есть? Золотишко. Отлично. Вали их всех. Вали их на бок, ломаем. Не буду говорить, что дети тоже смотрят. Кто знает, тот поймет. Так. Хрена себе, ты богатый. Вот это золото. Нога чего-то там. Урон от одноручного оружия. Нога Вирта. И нахрена она мне? Непонятно. Так, поехали дальше. Мы все обошли. Огонь, понятно, больно. В таких играх мне иногда кажется, что герои тупые, то есть они не понимают, что огонь горячо, знаете, как в детстве, когда младенцы учатся, там узнают, познают мир, вот так же, да? Подошел к огню. А, огонь, это горячо. На помощь! Пердыш. Виселица Каина. Выходи. Декарт Каин. Поспеши в лагерь разбойниц. Так, Каин поспешил в лагерь. Поговорите и о Каре в лагере разбойниц. Ну что ж, дорогие друзья, на этом мы закончим данную серию. Подписывайтесь на канал, если вы все еще этого не сделали. Также не забывайте поставить ваш королевский лайк, если вам понравилась данная серия, либо дизлайк, если серия не понравилась. Также, кто желает приятно провести время, может подписаться на группу ВКонтакте. Там у нас выходят постоянно мемы и не только. Увидимся в следующих сериях. Всем пока!